Впервые в истории спорта Грузии создан спортивный клуб «Самбо на песке». Его основал знаток борьбы «Самбо» Гела Патаркалашвили. Задача клуба – популяризация и развитие нового вида борьбы. Пляжное самбо в Грузии необходимо для формирования и подготовки сборной команды страны достойно представлять Грузию на третьем чемпионате мира, который пройдет в августе 2023 года в Доминиканской Республике. Это совместный проект Европейской Федерации самбо, спортивной организации Чедооба самбо и спортивного клуба «Самбо на песке». На грузинском языке были разработаны правила пляжного самбо, которые полностью соответствуют международным правилам борьбы пляжного самбо и ничем не отличаются от правил грузинской национальной борьбы чедооба, которая имеет многовековую историю и ни разу не менялась. «Что такое пляжное самбо? Пляжное самбо – это не шутка», – сказал Сергей Елисеев, президент Всероссийской Европейской Федерации самбо. Если в спортивном самбо допустили ошибку, можно встать и исправить ее. В пляжном самбо такой возможности нет. Каждая ошибка – это чистая победа соперника. Главное отличие пляжного самбо от спортивного – отсутствие права на ошибку, другая стойка и наличие песка. Песок не просто смягчает удары при падении, но и создает нагрузку на ноги, темп схватки значительно высокий, и поединок становится более зрелищным. Принято решение проехать по всей Грузии, провести мастер-класс, показать методику и правила борьбы, создать спортивные группы, провести соревнования. Для достижения цели будут использованы все 22 открытые арены для чедооба, построенные на всей территории Грузии в 2013 году, известным меценатом Бедзиной Иванишвили и подаренные грузинскому народу для развития чедооба. Все эти спортивные арены полностью соответствуют международным регламентам и правилам пляжного самбо. В ближайшее время пляжное самбо для грузин станет самым близким и родным по своему стилю и характеру борьбы.